тогда, ну, это же политика уже пошла, понимаете? Мы сейчас с вами тут на лагеря побьемся и так далее. Но я знаю одно, что сегодня сотни не сделали вагонов на Крюковском заводе. А там работает 5000 народов. Еще вот такие представить. Вопросы у меня есть. Вот на Крюков стоит вот этот завод, а забрали скелет там стоит. Валяют его. Ну скелет готовый стоит. Неужели нельзя с него сделать дом? Какие-то детские. Вот сейчас скажу, что сэр Калита там тоже. И полный удава.